Всем привет! В Питере сегодня прекрасный летний вечер. И в этом видео мы вам покажем пару секретных локаций из Петербурга. Также сходим в необычный ресторанчик и покатаемся вечером на корабликах. Всем приятного вечера! Присоединяйтесь к нам! Первая локация – это сад Дружбы. Он был открыт в 2003 году как подарок от города Шанхая городу Санкт-Петербургу в честь его 300-летия. Сад представляет собой копию одной из самых живописнейших достопримечательностей Шанхая – сада Юй-Юань. Все работы по обустройству архитектурно-ландшафтного комплекса выполнены китайскими мастерами, для чего специально из Шанхая были завезены оригинальные китайские материалы – каменные бочонки тайхуши и низкорослые деревца китайских сосен и яблонь. На территории ландшафтного комплекса располагается стена 9 драконов – мифических существ из Китая, которые призваны защищать город и охранять его от злых духов. На территории сада растет сакура, цветение которой начинается в начале мая. Здесь происходит потрясающее зрелище, на которое собирается посмотреть множество людей, чтобы сделать памятные фотографии. Наша локация располагается неподалеку от летнего сада, из которого у нас также было видео, ссылочка будет выше. Ну а мы заходим в секретный дворик. О мозаичном дворике на улице Чайковского знают практически все жители Петербурга, но однако не каждому туристу известно это место, а это ведь настоящий музей под открытым небом. Работа над необычным арт-объектом в самом центре Петербурга началась в далеком 1984 году. В течение нескольких десятилетий идейный вдохновитель, художник Владимир Лубенко, вместе со своими учениками из Малой Академии Искусств расписал некогда обычный городской двор. В своей работе по созданию уникальной композиции и панно художник использовал такие материалы, как мрамор, смальта, керамическая плитка. Что же можно здесь увидеть? Трехметровые атланты, поддерживающие мироздание. Ангелочки миниатюрного размера. Фонтан со светомузыкой под названием «Мать и дитя». Мозаичатые солнечные часы, по которым в погожий день можно узнать время. На них же нанесены все 12 знаков зодиака. В центре дворика находится мозаичный Олимпик, состоящий из 64 картин. Каждая из них иллюстрирует определенную картину, сказку или легенду. Мозаичный дворик Владимира Лубенко включает в себя галерею произведений художника. К сожалению, самой галереей сфотографировать и снимать запрещено. Заходите, там очень интересно и действительно есть на что посмотреть. Вот такие вот две интересные локации, а мы пойдем кушать в ресторан под названием «Джангл». «Джангл» на набережной канала Грибоедова – оригинальное и уютное городское кафе, собственной оранжереей, завтраками в течение всего дня и видом на Казанский собор и историческую архитектуру города. Первое, на что мы обратили внимание, это стильный дизайн ресторана. В заведении два зала. Основной зал оформлен в стиле лофт с экзотическими тропическими мотивами. Второй зал – это настоящая оранжерея с обилием тропических растений и стеклянной крышей. Меню очень разнообразное, преимущественно азиатские и тайские блюда. Мы взяли пакет с креветками и паттай с креветками. Первое из двух блюд нам понравилось больше, второе было островатым на наш вкус.
На десерт решили попробовать тайский чизкейк с дыней, манго и кокосом и шоколадный кейк с арахисовым кремом и мороженым из фундука, а также фруктовый чай. Десерты были необычные, нежные и очень вкусные. В зале на крыше тоже можно покушать, но в меню только холодные закуски, поэтому мы не стали там располагаться, но засняли для вас вид. Мы покушали, уже переместились на кораблики, сейчас поедем кататься. Устье Невы оставалось шведским на протяжении целого столетия. Переломным моментом стала Северная война, начавшаяся за 3 года до основания Петербурга. Между Швецией и коалицией северноевропейских государств, куда входила и Россия. И для того, чтобы закрепиться в этом районе, Петр I решил построить крепость, позже названную Петропавловской. С этого и началась история Петербурга. Перед вами соединяет здание старого Эрмитажа слева и Эрмитажного театра справа. Старый Эрмитаж был построен специально для большой коллекции произведений искусства Екатерины II. А в Эрмитажном театре проводились придворные театральные спектакли и маскарады. Когда экскурсия? Очень интересно. Ничего не слышно. В общем, экскурсию совсем не слышно. Но очень красиво. Летний сад, кстати. Летний У нас сад. Есть видео из летнего сада. Мы летний сад уже просто со всех ракурсов снимали. И внутри, и снаружи. И с воды. До появления Петербурга торговля велась через Архангельск, который из-за холодного климата и удаленности от основных торговых путей не вполне соответствовал масштабу задач императора. Развитие Петербурга с момента его основания активно контролировалось императором Петром I. Он сам утверждал централизованные планы застройки города. Часто по его просьбе переносили построенные дома, виды целых набережных или основных улиц регламентировались его указом. Символично, что за более чем 300-летнюю историю в Петербурге произошло свыше 300 наводнений. Пока что самое разрушительное было в 1824 году. Под водой выше 2 человеческих ростов оказался практически весь тогдашний город. Этот прекрасный летний день подходит к концу. Мы на Дворцовой площади. Вот такая вот там красота. Нам все очень понравилось. Всем пока. Пока. Не забывайте подписываться на канал. Обязательно.